Сегодня мы будем открывать 1000 новогодних кейсов Toilet Tower Defense. Если что, это вот только первая часть, потому что у меня пока что нету 1000 новогодних кейсов. Но давай я тебе прямо сейчас расскажу вообще, с чего все началось. Я просто смотрел на новогодний кейс и видел вот этого вот мифика за 0,1%, и мне стало интересно, сколько нужно открыть этих кейсов, чтобы его выбить. Пока что у меня новогодних кейсов только 50 штук. Ты у меня спросишь: Влад, почему 50 штук, если ты сказал, что ты будешь открывать 1000? Я придумал довольно-таки интересную рубрику. Каждый день либо в шорсах, либо в видеороликах я буду открывать по 50 кейсов. Вообще, даже не так, буду открывать в 2 раза больше, чем на предыдущий день. Сейчас объясню поподробнее. К примеру, у нас сегодня 2 января, и я сегодня открываю 50 кейсов. Дальше, либо 4 января, либо же 3 января я буду открывать 100 кейсов. Потом на следующий день я буду открывать 200 кейсов и так далее до 1000. Если у меня не получится выбить вот этого вот мифика, это будет довольно-таки обидно, если честно, потому что я потрачу очень много своего времени и сил. И перед началом этого ролика я хотел бы для тебя разыграть 10 новогодних кейсов, и чтобы их получить, ты должен поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Роблоксе, и все итоги у нас будут на 500 лайков. Ну а также, чем быстрее мы наберем 500 лайков, тем быстрее выйдет вторая часть, поэтому всем приятного просмотра. rbx3.io, сайт, где Робокс всегда в наличии. С очень выгодный, 1 рубль равно 2 робокса. Множество методов оплаты, которые подходят для жителей всех стран в разных валютах. Также в их есть телеграм-канал, где регулярно проводятся конкурсы на бесплатные робоксы. Конкурсы как и маленькие, так и очень большие. RBX3, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Дружище, это у нас первая часть, и она будет довольно-таки короткая, потому что у нас всего лишь 50 кейсов. Во второй части, как я и сказал, я уже буду открывать целых 100 кейсов. И такая маленькая предыстория, как я насобирал целых 50 штук. Собирал их, в принципе, достаточно-таки быстро, где-то за часик я насобирал 50 штук. Да, придется мне потратить очень много времени, чтобы насобирать аж целую 1000. Но я думаю, оно того стоить будет, дружище. Хо, почему ты мне трейд кидаешь, братан? Я просто зашел на трейдинг плазу и потерял одного своего мифика. Привет, здорово. То есть, да, я затрейдил одного своего мифика аж на целых 20 ящиков. А дальше все пошло, в принципе, довольно-таки легко. Ну как легко, мне пришлось трейдить в своих легендарах. И еще достаточно-таки много гемов я затрейдил, чтобы получить еще целых 30 ящиков. Ну, я думаю, оно того будет стоить. Если я в первой части же выбью вот это вот мифика, или что? Это у нас мифик или годли? Я понять не могу. Давайте сейчас посмотрим. Вроде как мазини, да? Это у нас сплэш. А, не, это мифик. Я только что узнал у своего подписчика, что 20 ящиков на мифика камерамена, это очень невыгодно. Да, поэтому это как бы, это довольно-таки обидно, если честно, да. Ничего страшного, давайте прямо сейчас мы откроем первую партию вот этих вот ящиков. Это сколько у нас? В первой линии это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ящиков в одной линии. Мы сразу 10 штук можем открыть. Ух ты. Ладно, давайте сначала откроем просто 10. Точнее, первые 6 ящиков откроем, потом откроем 10 ящиков и посмотрим, что из этого у нас получится. Вот. Так, открыли мы уже 2 ящика, и нам выпадают вообще вот эти вот фаерворк камермены. В конце мы обязательно протестим вот этих фаерворк камерменов. Так, погодите, а могу ли я заюзать? Погодите, 99.9% шанс. А могу ли я заюзать такую штучку под названием удача? Возможно, благодаря удаче я смогу намного как бы больше выбить. Так, у меня еще, кстати, 7 коин бустов есть. Ого. Так, и нет, на ящики это не влияет, походу. Ну, ничего страшного, я все равно заюзал. Можешь написать в комментариях, дружище, влияют ли вот эти вот бусты на ящики или нет. Вот, так, я сколько я уже штук открыл? Я уже сбился со счета. Я, походу, уже больше 10 штук открыл, точнее, больше 6. Ладно, открываем последний, а дальше мы откроем с вами через 10. Да, десяточку откроем с вами. Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть у нас уберется такое вот количество ящиков. Очуметь, у нас очень мало останется. Почему так мало? Ладно, давайте... Ладно, открываем десяточку. Посмотрим, что будет, да, друзья? В принципе, была, не была. И оба! И у нас выпадают все редкие. В принципе, как бы это не удивительно, потому что там на того прям очень-очень маленький шанс. Кстати, да, там шанс как настоящего вот этого, как на настоящего мифика шанс. Окей, откроем тогда дальше. Откроем дальше, будем открывать чисто по одному. По одному, по одному. Не, шансы есть на самом деле, шансы есть. Я надеюсь, что хотя бы... Ну, да, это сколько... Давайте посчитаем вообще, сколько нужно открыть, чтобы получить себе мифика со 100% шансом. Сколько нужно открыть вот этих вот ящиков.
То есть, если мы откроем 10 ящиков, то шанс на мифика будет у нас 0,10%. Если мы откроем 100 ящиков, то у нас шанс на мифика будет 1%, только, друзья, понимаете? То есть, если я открою все вот эти ящики, то у меня будет шанс 0,50 вроде как, да? Да, вроде как у меня будет шанс 0,50, если я правильно нормально считаю. И, кстати, у челика вообще скин такой, как у меня, в точь-точь, как мой старый скин. А че уметь, дружище? Вот это да, вот это да. Ну, ты, конечно, красавчик. Ну, что у тебя это за эти самые бойцы? Это что за боец такой самый последний? Почему так выделяют среди остальных? Ну, привет, дружище. Ладно, а мы открываем дальше. У нас выпадают редкие до сих пор. Как бы это не удивительно. Можешь, кстати, прямо сейчас в комментариях написать, вот прямо сейчас спуститься в комментарии и написать, как ты думаешь, выбью я себе сегодня вот того мифка или нет. Опять же, шансы очень-очень маленькие на мифка, прям очень маленькие. Ну ничего, ничего. Вторая часть будет обязательно, если вы наберете 500 лайков под этим видеороликом, будет и итоги, и вторая часть, и вообще все будет, дружище. У нас осталось 6 вот этих ящиков, потом у нас еще осталось 6 Санта-Кретов, и все, в принципе. Да, Санта-Креты, это у нас, ну, Санта-ящики, это у нас вот такой вот бонус, можно так сказать. Да. Чисто 50 вот этих новогодних ящиков, они сейчас закончатся, и чтобы ролик был немного подлиннее, еще откроем вот эти вот Санта ящики. У меня их всего лишь 6 штук, поэтому да, открываем дальше. Вот, полетел. Firework Cameraman. Я тебя люблю. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Открываем дальше. И еще один Firework Cameraman. Кстати, да, друзья, я немного приболел, у меня немного горло першит, поэтому если вдруг там что-то на видео там какая-то, ну, не такой голос будет, как всегда, то вы как бы, ну, не пишите гневные комментарии, пожалуйста, потому что, ну, я не виноват. Я не виноват. И у нас остался последний ящик. У нас остался последний ящик, друзья, всем. Даже удача не помогает, как вы можете заметить, как было 0,1%, так и осталось. Ну, на самом деле, это шанс как настоящего мифика. Давайте, открываем последний ящик. Раз, два, три. Фу, блин, а чё она так долго грузила? Она так долго грузилась, я уже испугался. Ладно. Вот, в принципе, весь эксперимент только что был. Мы открыли вот эти все ящики. Это только первая часть, друзья. Всего лишь 50 ящиков. Во второй части буду открывать 100 ящиков. В третьей части буду открывать 200 ящиков. То есть, я думаю, вы понимаете, что с каждой частью, чем больше лайков вы ставите на части, тем больше ящиков я буду открывать. Почему у меня одни легендарки выпадают? Здесь еще эпики есть вообще-то. А ну эпик давай. О, эпик наконец-то. То одни легендарки выпадают, я уже сейчас соскучился за эпиками. Так, открываем еще вот это. И давай мифик под конец такого. Под конец такого жирного мифика. Опа, легендарка. Ну ладно, нормально тогда. Экзу помнишь? Примешь? Примешь? Приму, приму, братанчик. Приму, кидай третью приму. Ладно, дружище, вот такая вот первая часть. Я надеюсь, тебе она понравилась. Если это так, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Добираем 500 лайкусиков и сразу же выпадает вторая часть. Ну вообще, смотрим все от вашего актива. С вами был я, Влад. Я желаю всем хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.